Оксана, поздравляем вас, во-первых, с днем рождения. Что вы можете сказать о важности этого чемпионата России перед Олимпиадой в Рио? Ну, вообще, это очень важный сезон, конечно, предолимпийский. И это, в принципе, считается последний старт российский. И, в принципе, всегда чемпионат России считался очень важными соревнованиями, потому что не все могут спортсмены выехать на международные турниры. Вот. А уровень российского фехтования вообще очень высокий в мире. Поэтому здесь есть такие спортсмены, можно сказать, они выше среднего класса, с которым очень тяжело фехтовать. Поэтому уровень высокий и важность соревнований очень высокая. А по поводу спортсменов отдельно, кто оправдал, не оправдал ожидания, может быть? Вы знаете, я никаких иллюзий, ничего, конечно, не строила. Все девочки фехтовали, все боролись за свое место. Я, по крайней мере, о женской шпаге сейчас говорю. Все боролись за свое место. Кто-то смог реализовать свои возможности, кто-то не смог, кто-то больше нервничал, кто-то меньше. Это уже такая индивидуальная подготовка. Но в целом уровень фехтования хороший. И судя по уровню, который показывают спортсмены, сможем мы побороться за медали в Рио? Бесспорно, конечно, что у нас такие титулованные спортсменки и олимпийские чемпионки, чемпионки мира неоднократные, чемпионы Европы. Поэтому, конечно, мы будем бороться. Естественно, я думаю, что мало кто вам скажет, что мы не будем бороться. Я думаю, никто такое не скажет. Конечно, мы будем бороться и будем бороться за золотые медали.